Городской администрации рассказали, на что расходовались бюджетные средства в 2016 году. Накануне там состоялись публичные слушания по утверждению отчета об исполнении главного финансового документа за прошлый год. Участникам представили подробную информацию о статьях доходов и расходов городской казны. По-прежнему наибольший удельный вес, 83% бюджета, составили безвозмездные перечисления из окружного бюджета. Большая часть этих средств была израсходована на систему образования, социальную защиту населения, выплату заработной платы бюджетникам. При этом в прошлом году расходы увеличились на 6% и составили почти 4 миллиарда рублей. По итогам прошлого года Муравленко признан лучшим муниципалитетом по качеству реализации бюджетной политики. Итогами бюджетной и налоговой политики за 2016 год являются обеспечение сбалансированности городского бюджета, финансирование всех принятых бюджетных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, а также погашение муниципального долга. Добавлю, что уже в этот четверг отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год рассмотрят депутаты городской думы. Они примут окончательное решение по утверждению документа.